Всем привет, вы на канале Денис ТВ. И сегодня я приехал в кулинарию, показывают различных кошек. Вот. Можно их потрогать, погладить, поиграть. Вот, ну что, пойдемте. Друзья, ну что, я зашел в контактный зоопарк, выставка кошек, через терочку получается. А кошечки, значит, вот таких вот вольерчиках сидят. Их здесь где-то 42 штучки. Привет. Ой, сидит такой хороший. Кстати, кошек можно будет погладить и с ними поиграть. На руки брать нельзя. Это вон мама лежит, вот это папа, а это котята маленькие. А, прикольно. Так, здесь проходит экскурсия, друзья, рассказ про кошек, как содержать. Следующие кошки идут и как их воспитывать. Они тоже борются за право. Так, серенький, что-то мне бег попался. Не слышит. О, какой красивый кот. Смотрите, какой классный, как леопард. Там какой-то сидит. Ой, какая мордочка красивая. Ой, как мило. Так, тут никого нету, друзья. Здесь одна кошечка сидит. Ой, какая мордочка. Ой, какой хороший. Какой классный кот. Моется. Ой.
такой классный. Такой белый спит. Все спят, кошки, коты, все спят. Пошел водичку пить, наверное. Будешь водичку пить? Ой, водичку пить. Они очень быстро улегся. Леопард. Ой, сидит какой-то эффект. Какая мордочка припружена. Вася. Моется, лежит. Делят домик. Не пустил кот. Этот кот не пустил. Игрули. Ой. Что, все? Наигрались? Сидит, ждет. Друзья, вот вышли уже кошки. Сейчас вот девочка играет. Вот еще вышла кошечка такая красивая, которую вот мы играли через дверку. Какая хорошая. Это девочка. Маша, посмотри на меня. Хочешь назад пойти? Он не дает. Какой рот, какой.
Ой, ой, какая красотуля. Не бойся, не бойся. То есть это обычная порода, беспородный кот. Да, это единственный у нас такой вот красавец. Ну, чистюля, иммунитет крепкий, то есть никаких проблем с ним особо вообще нет. Такой, да, большой. Да, у нас будет томат, либо берет породистого и этого, либо мы никого не берем. Ну, даже не у нас, но он сейчас у нас. Да, Фима? Какие красавицы. Да. Покажи немножко, покажи. Домой хочет. Можете погладить. Филя. Вон там маскарадная вот эта вот, да? Да, несколько маскарадная. Филя. Вот тут гуляет сейчас, да? Да. Домой хочет. Несколько маскарадная. Я думаю, что у вас... Извините, МГТС? Вы нам не подключили МГТС? Отдыхает. Вышли кошечки все на прогулочку. Это девочка или мальчик? Кот или кошка? Ну да, в принципе. Так для информации просто. С короткими лапками, главное. Да? Это кошка с короткими лапками, да. Ты такая коротенькая, да? Ага. Красотуль. Мы забоимся. Ой, смотрите, какой большой кот. Это самый крупный домашний кот считается. Куда убежал? Ну, ему сегодня день рождения, у него сегодня годик ему сегодня. Ой, тебе сегодня годик, поздравляем. Какой большой. А так они могут быть за 15 килограмм. Классно. Вот это сибирячка, да? Сказали. Девочка, наверное. Ее зовут Ясна. Туля. У нас эта кошечка последняя в помете была, поэтому она маленькая. Это бенгальская. Кэти, девочка. А что другая? Что случилось? Какая у нее шерсть, какая-то такая мягкая, интересная. Что это за порода? Бенгальская. Что? Да, нужно тебе гладить, скажи, да? Красивая кошка, нравится? А зачем меня кусаешь? Зачем меня кусать? Зачем? Смотри на меня. Хочешь смотреть? Смотрите, какая красота. Как тебя звать? Как тебя звать, радость моя? Ты, наверное, это... египетская, нет? Египетская? А, я не знаю это. Значит, что она кудрявая. А, точно. Какая у нее шерсть. Такая мягкая-мягкая. Красотуля. Куда пойдешь? Водичку будешь пить? Хочешь водичку пить, да? Ну ладно, пей водичку, пей. Ой, люди, кто вышел? Посмотрите, друзья, кто вышел? Какая прелесть. Барашка вышла. Барашка. Куда пойдешь? Куда?
куда пойдешь? Не пущу, не пущу. Какую мордочку сделал. А что ты орешь? Вот это орёт. Все, прогнал? Молодец. Ой, иди сюда. Вот скусить. Недовольный, как мой кот, реально. Сейчас убежит. Сплю. Вот нам утю вытащили. Красивый такой, классный кот. А где у тебя уски? А где у тебя носик? Где у тебя носик? Мой блин, а глазки где? Ой, я не знаю. У меня глаза красивые, голубые, скажи, но я еще сплю. Сонный. Такие лапки, такой нежный, такой плюсовый, плюсовый. Какой хороший, лапчушки так делают. Ой. Ой, гляньте, котенок потягушки делает. Подтягивается. Красотуля. Как ребенок. Ну. Ой, прелесть. Это что, реально так происходит? Ну, а что, она ему что-то делает? Он просто лежит. Такой пирас везет. Ну, а шотландцы, они же недостаточно кальция в организме, особенно у вислоухих. Поэтому они вот так, таким образом выравнивают себе позвоночник, лечат его. Какой красивый. Муцин. Просто шикарный. Ой, обалдеть. Супер. Ну, он еще супер такой кот. Хоть и маленький, но он такой боевой у нас товарищ. Как-то они тут между собой разбираются, я не знаю как, но с одними он ведет себя так, что может запугать, подраться, а перед другими бац, упал на спину, лапу поднял и лежит. Хитрый ты еще, да? Хитрый. Я, говорит, знаю, кого можно нарубать. Сканируешь, наверное, своего врага, сможешь победить или нет. Так он, мы его видели с дороги, да. Вот он как танк прет на него и тут уходит. Ну, да. Это уже это что? Красиво сидит. Это цунак. Смотрите, друзья. Это встречает. Встречающий, да, встречает. Утя, куда? Пойдешь, да? Вели... Здравствуй. Утя, тебя поставили на пол, да? Поставили тебя на пол. Маша, вот я приглашал. Утя. Ха, сфоткать, да? Сфоткать. Я ему говорю, да, я говорю, тебя сфоткаю. А давайте я сфоткаю, здесь мне ракурс удобнее. Так. У тебя ты лег? У тебя смотри на меня. Кс-кс-кс. Конфетка. У тебя. У тебя. Вот. Что-то она куда-то пропала совсем. Да, вот сюда, вот здесь. Утя. Это маленький вот ходит. Утя, утя, утя. Маленький ребенок. Своими вот к мамке идет. Все, к мамке сейчас пойдет. Ой, смотрите, кого я еще нашел. Ой, какой красивый. Кот, наверное. Куда идешь? Куда ты идет? А что ругайся? Что ругайся? Какой хороший. Лапку дай. Лапку дай. А чё ругайся? Чё ругайся? Недовольный. Наверное, разбудили. Разбудили тебя, не? Чё ты вернулся? Куда шел-то? Ты куда шел? Стой. А ты куда идешь? Куда идешь? Успокойся, остановись. Красотуля. Голенькая, да, вот одели ее, чтобы она не замерзла.
Это египетская. У нас тоже есть такая голенькая. Голенькая? Надо да, одеть, она... чтобы не простыла. Не, она у нас даже... Водичку пошла пить. Она у нас даже где-то приятнее чего-то. Пить хочет. Ой, какая приезжая, друзья, смотрите, кого я увидел. Носика нет совсем. Затискали тебя совсем, да, затискали. Прелесть. Куда идешь? Куда идешь? Тебя как звать? Вася или Маша? Наверное, это кот. Что-то нюхает. Большой. Красивый. Пускаю. Ну что, обзор мой подошел к концу. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну что, увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.